Сегодня в 4 часа дня в очередной раз, на этот раз, похоже, надолго, арестовали известную наркобарыгу Татьяну Морозовскую. Торгует она оптом и уже много лет. И причем в Екатеринбурге держит одну из крупнейших дилерских наркосетей из таджиков, цыган и прочей нечисти. Кроме квартиры на Московской, есть у Морозовской еще и вот этот особняк, поражающий воображение в готическом стиле на Тельмана 48, из которого, говорят, забирали ее еще в 98 году. Тогда нашли у нее много наркотиков, но большую часть она проглотила. И до того и стало худо, что пришлось клизму делать, не дожидаясь врачей, прямо в отделении милиции. Но после того задержания, как и после многих последующих, Татьяна Морозовская выкрутилась. Ходят легенды, что в 98-м на оплату услуг адвокатов у Морозовской ушло 50 тысяч долларов. Но сегодня уже арестовали Морозовскую, можно сказать, со всеми почестями. Так не арестовывали еще никого. Ордер на арест выписал прокурор Ленинского района Путинцев. Но он его согласовал еще и с городским прокурором Левиным. И вот сегодня в 4 дня в квартиру Морозовской на Московскую 212 нагрянули оперативники Ленинского РОВД, сотрудники СУВДТ и представители фонда «Город без наркотиков». Сама арестованная за наркоторговлю, похоже, поняла, что на этот раз взяли ее по-серьезному. Очень сильно нервничала, отталкивала телекамеры. В общем, боялась сильно. Кстати, фонд «Город без наркотиков» связывает задержание Татьяны Морозовской с пресс-конференцией, которую они провели 2 дня назад, и на которой как раз озвучивали факты по поводу абсолютно непонятного ее задержания, а впоследствии отпускания по надуманным каким-то аргументам. На сей раз, как считает фонд «Город без наркотиков», Морозовской тюрьмы не избежать.